Здравствуйте, в эфире телеканала «Абакан-24» с прогнозом погоды Константин Аникин. Вторник, 11 октября. В эту дату отмечается Всемирный день против боли. Он проводится с целью привлечения внимания к потребности обеспечить людям доступ к обезболивающим средствам. Потому как каждый пятый житель Земли вынужден преодолевать сильную или умеренную боль. Около 65% людей, страдающих хроническими болями, лишены возможности проживать полноценную жизнь. Во вторник, 11 октября, в Черногорске переменная облачность, плюс 12 днем и плюс 6 ночью. В Саяногорске также пасмурно. Днем температура воздуха составит 13 градусов тепла, ночью плюс 6. В Сорске пасмурно, плюс 7 градусов днем и 2 градуса выше 0 ночью. В Абазе облачно, небольшой дождь, плюс 11 будет днем, 5 градусов тепла в ночное время. В Абакане облачно с прояснениями. Днем 12 градусов тепла, плюс 7 ночью. Ветер юго-западный. Атмосферное давление повышено и составит 748 миллиметров ртутного столба. Это был прогноз погоды на телеканале Абакан-24. Всем самого доброго. До свидания.